я снимала, что начиналось строительство таких таунхаусов, и вот оно уже прогрессирует. Кот контролирует строительство. Все нормально, по плану. Значит, это центр Ставангера. Такие остроконечные крыши. И интересно, что каждая квартира отличается, внешне ее фасад. Либо дерево, либо кирпич, либо керамика, черепица. Да, так должна быть такая задумка. Так, сейчас посмотрим еще. Какие они материалы используют? Очень милый дом. Сейчас посмотрим с другой стороны, как это выглядит. Получается, такой двор будет между двумя многоквартирными домами. Такой тихий район. Электрики от фирмы Свитхин Электро. И вот написано, продают квартиры, по этому телефону звоните. Покрашенный, отреставрированный старый домик с такой фиолетовой дверью.
И Теслочка. Часто попадаются такие разноцветные двери. Вот можно отставить письмо для Деда Мороза. Вот когда я снимаю, свет этот мелькает. Когда я не снимаю, незаметно, что лампочка вредна для глаз. То есть, покупая вот такие елочные украшения, люди не задумываются, что они портят свое зрение.